Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 5 июля, 132 дня полномасштабного нападения сцикливой нацистской России и предательской Беларуси. В Одессе ничего нового, пару раз была воздушная тревога, то такое. А вот в области нашли погибших дельфинов. Это уже не первый раз такое. Экологи говорят, что это из-за эхолокаторов российских суден. Ну и, конечно же, из-за взрывов мин. Россияне уничтожают все, даже дельфинов. А зато вся Одесская область освобождена от нацистов. Уже официально. На острове Змеиный украинский флаг. Все как деды. Деды освободили Одесскую область от нацистов, и мы. А соседний город-герой Николаев россияне ракетами обстреляли сегодня утром. Виден большой пожар. Это может быть, наверное, опять склад, заправка или что-то связанное с аграркой. Также россияне еще обстреляли ракетами село городского типа Баштанка, которое неплохо наваляло россиянам еще в марте и феврале, так сказать, мстят. А херсонцы снимают на своих видео, как россияне начали уже стиральные машины и ковры воровать с самого Херсона. Это что значит? Готовятся текать и перед побегом, как всегда, все воруют. Наверное, еще унитазы успеют украсть. Воюют из-за стиральных машин или унитазов. Такие вот россияне.